Добрый день, уважаемые учителя! Здравствуйте, самые опытные и мудрые! Самые талантливые и созерцательные! Самые активные и творческие! С шорохом золотой листвы, с октябрьским дыханием осени снова пришел к нам профессиональный праздник – Международный день учителя. День учителя – это праздник особенный. В этот день учителя всей страны принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую миссию – воспитание молодого поколения. Учителя – это люди, для которых профессия становится судьбой. Быть учителем – значит нести свои знания, дарить душу и сердце детям. Учитель – это носитель добра, человечности и искренности. В нашем городе много прекрасных, активных и творческих педагогов, которых очень любят и ценят как ученики, так и родители. Мы любим вас, родные ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь могли мы, словно птицы, до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И да, если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. Если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Мы очень рады, что в нашем городе есть такие педагоги. Всем известно, насколько велика значимость учительского труда. Без школы, без учителей невозможно представить себе жизнь. Учителю доверили воспитывать и учить подрастающее поколение. Любой учитель, будь то физик или литератор, биолог или математик, средствами своего предмета, силой своей убежденности готовит нас к жизни. Частицу сердца отдавая, вы учите любить и уважать. Судьба каждого педагога – это разноцветная осень. Вы с радостью встречаете детей у школьного порога и уверенно ведете их по ступенькам к вершинам знаний. Проживаете с ними частичку вашей жизни. Вам грустно, когда ученики покидают родную школу и с нетерпением ждете новой встречи с ними. В этот праздничный день хотим высказать искренние слова признательности за благородный труд всем педагогам, великим труженикам, бесконечно преданным своей профессии. Ваша профессия во все времена была олицетворением служения людям, воспитания высокой гражданственности и патриотизма, культуры и стремления к знаниям. Мы ценим ваш неутомимый и добросовестный труд, высокий профессионализм и достойное выполнение поставленных перед вами задач. Милые и добрые. Внимательные и строгие. Требовательные и справедливые педагоги. Вы поистине заслужили всеобщее признание за верность нелегкой, но такой необходимой профессии. Дорогие учителя, пусть этот праздничный осенний день принесет вам много улыбок и счастливых мгновений. А коллективы городского дома культуры поздравляют вас и дарят вам свое творчество и прекрасное настроение. Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть
пусть вам улыбнется, как своей знакомой. С вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас, любимой, вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вала!
говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, да я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночка каталась я не с тем. Ах, зачем я в полюшке повстречала Колюшку. Ах, мамочка, зачем? Шила платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова. Но подружка Зиночка перешила тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем на просеке улыбнулась Костеньке. Ах, мамочка, зачем? Плыли ночи с ливнями, были ночи длинные, а потом западала листва. И осенним вечером городскую встретил он. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем Сереженька села под березонькой. Ах, мамочка, зачем? Бусы в магазине я покупала синие, и платок зеленый, как трава. Ставила в печанечки и топила банечку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем под яблонькой целовалась с Яшенькой. Ах, мамочка, обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, да я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем я Колюшке повстречала Колюшку. Ах, мамочка, зачем? Ах, мамочка, с Боренькой и Митенькой. Зачем, зачем, зачем? Дорогие наши учителя, пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит вам только радость. Желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком труде. Пусть ваши ученики как можно чаще радуют вас своими достижениями, и даже покинув школьные стены, никогда не забывают тех людей, которые помогали им познавать мир. Счастья вам, добра и радости! С праздником!